Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Предлагаю приготовить очень вкусное печенье с кусочками шоколада и кукурузными хлопьями. Таким печеньем чудесное семейное чаепитие вам обеспечено. А вы часто покупаете печенье в магазине или предпочитаете готовить сами? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы приступаем к приготовлению. В размягченное сливочное масло добавляем ванильный и обычный сахар. Всыпаем примерно половину подготовленной муки и разрыхлитель. А затем хорошо растираем вилкой. В тесто по одному добавляем яйца. После каждого тщательно перемешиваем. В итоге получается кремообразная масса. Ножом измельчаем молочный или черный шоколад. Добавляем в тесто вместе с мукой. Перемешиваем вилкой или ложкой, чтобы масло не таяло от тепла наших рук. В итоге получается вот такое тесто, не слишком твердое и маслянистое. Убираем на 30 минут в холодильник, чтобы масло охладилось. Затем с помощью ложки формуем печенье. Размер на ваш вкус. Я делаю достаточно большое. И тесто, кстати, не липнет совершенно к рукам. Обваливаем шарики теста в хлопьях. К тесту они отлично липнут. Затем сформированное печенье кладем на лист пекарской бумагой на расстоянии друг от друга. Всего получилось 12 штук. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах до румянца. Время зависит от размера печенья – 10-25 минут. Мое же крупное выпекалось 20 минут. При подаче посыпаем сахарной пудрой. Готовое печенье очень интересно выглядит. Пахнет прямо шоколадом и ванилью. Хрустящее и очень вкусное. Готовьте с удовольствием. Но если понравился рецепт, не забудьте поделиться им с друзьями. Спасибо вам за добрые, позитивные комментарии. На этом сегодня все. До новых видео. Пока!